Это немножко хуёвый тактика, но похуй тоже. Хотя бы по этой будем учиться. Там и мейн танк должен быть смышлёный, нах. Ну хоть сова есть теперь, нах. Ты за убил, лич убитый, нахуй, все заебись. Нельзя применить к этой цели. Что-то у тебя не убито, блядь. И смотри, вот, 10 норм, у тебя тут лич убит, для начала. Я 10 норм, лич убит. Лича 10. Кого всех ты, походу, ты не убивал ДКшником лича, да? Значит, ты чё-то где-то не убил, смотри. Варам, сука, потанчу. Микстурку надо, блядь. Лича у Алисы. Как идем-то? Треугольником по кругу, чё как? Вообще новая тактика, okay. Придумали на костях, блядь. Новая тактика? Здесь можно новую тактику? Ничего себе! Это только наша гильдия может новую тактику придумать. Знаешь, как мы делаем, чувак? Просто первая фаза, нахуй, мы все встаем в лужу и улетаем, блядь, на другую сторону. Это тупой вопрос. Духов откидывать надо или нет? Да надо сначала... Управляетесь. А, в комнате там духов откинуть там. Или а, вне комнаты. Да, надо. У меня просто тайфун вкачан, поэтому спрашиваю. Следи за. Дайте макрос на духов кто-нибудь. Скиньте макрос на дух. Хуй рала, все, блять, рал у меня. Сука, сука, нахуя, вот нахуя они сначала сделали АДК, чтобы Алиса думала, что АДК пиздатый, а потом хуйню, блядь, начнем делать. Чё, мы дошли на вторую фазу, нахуй, у нас всегда один труп на второй фазе, да? Смотри, чувак, где мы начинаем. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Чувак, ты где, на? Быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки душ. Ты пройдешь через эти мучения. Нет, он не тут. Бля, чуть в обрыв нахуй не упал. Да будет так. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего
Вибей личу. Надо сальвы кидать. Там как это, чума была, ты отбежал, и мы сразу ворвались. Ты его не бил там 2-3 секунды, и мы сразу, я, Виби и Турбо ворвались сразу же в 100%. У меня есть, у меня есть. Да всем посрать. Ну, я не буду бить до этих, до мелких уёбков. Просто не буду бить и все. Остальные как хотят. Мы весь рейд нахуй и шли без 10% АП нахуй и без хосты ебучей, блядь, потому что нахуй какие-то ДКшники нахуй. Так правильно, все не ДПСят, как ты. Я бегу, я на платформе уже сейчас. Тут чувак прикольная хуйня под каждое заражение. Неужели прибыли наконец? Там заражение хуйня. Я про первую фразу, у тебя два раза спит. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать твои отчаянные крики. Откуда у тебя такое КД, блядь? В смысле, ну? Хуя, блин. Меня пишут 2 минуты, ну. Пиздец. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего. Зашли за спином босс. Чулану сальва. Турбо успел? Поздно еще. Дальше, дальше, дальше бежим. Дальше, блядь. Нахуя вы там стоите? За спину лечу. Бежим кеды?
Турбо. Надо, чтобы танка не ваншотила. Ну, хан тут, по идее, нужен, да? Причи головы что-то хилить стали хуже. Пошел в холле, креста спихнулся. А, блять, я-то думаю, схуяли, блядь. Нет, их двое. Нихуя, да, еще в ДЦ спекайся, нахуй тут холлик не нужен. Да. Нихуя, давайте. Никакого трихила, мы с ДЦ справлялись вдвоем. На первой фазе, как минимум. Сейчас он в холле кресте. Не знаю, зачем он спекнулся. Че, он спекнулся? Не мог. Бичи головы. Я половину не бью. Я встаю, чтобы не сорвать. Кидаю доты в трэш. Что еще делать? Сливаю трэш. Ну, потому что сорвать могу. Ну, хули, блядь. Я в какой-то момент криты летят по 40 тысяч. Ну и все, стою, жду. Там вилки не спасли. Чулан не может скидывать агро, нахуй, давай на чулана, блядь. А Виби и Турбо могут. Забывай, маг не видит агро свой. После того, как скидывает, и по нулям все покажу. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Перед лицом нахуй не стойте, мы, блядь, тупо нахуй проебываем еще и временно. Ебать, что у тебя за билд, да? Что с ним? Малинск. Давай. Потом зашел. Виби. Редактор
Он падает. Он не выживает. Его шелтает постоянно шаркрей. Все станы на КД. Не, подожди, ты станы даешь? Гнев! Гнев! Ну, вот этот. Красный такой, как у Вара. Крит 5%. Даю. Тут бы хента, конечно, нормально. Не стоит, чувак, не стоит. Не менял я под лича грифы. Какие у тебя символы стоят? Святой клятвы, порча. И таун. Его чтоб не шотали эти грёбаные его ёбки, которые бирсу постоянно кастуют. Ему надо глиф, как раз он откатывает каждый раз под бирсу. На гнев, да. На иначе гнев его будут так шотать под эти бирсой ебаные. Нет, в смысле, я когда танчил, всегда так делал. Иначе это жопа полная. Там летит пиздец под бирсой. Почему первый раз трая его не шотал, а сейчас его шотает? Вот в чём мне вопрос, блядь. Я не знаю, что у вас было на первом трае. Ну и, бля, я хз, я там печать массовую не вкачал, например. Но вкачал бы, чтоб отхил по мне больше шел, эта рука сраная там в какой-то ветке, не помню. Ну и что-то типа того, чтоб именно на лича было, грубо говоря. Какой нахуй отхил, чтоб по нему и шел, блядь, больше, блядь? Да, в процентах такая, не помню, как называется. Божественность, на 1% увеличится отхил. Ну, можно посчитать сколько. Но прикол не в этом, блядь. Прикол в том, что его прошибает на 40, блядь, тонн, нахуй, в секунду, блядь. В тот момент под бирсой. Так что его этот хил, нахуй, левый не спасет. Там полторы секунды, было 40к. Ему 40к снесло. И через полторы секунды его второй шаркарь под бирсой ударил, и он сдох. Там было время похилить, но сложно. Типа ни один человек адекватный не среагирует на это. Минус 39к. Урдалак сомалийского блока. Здоровья. Ну да, минус 39, да, потом да, через полторы секунды минус 34. Все, отдыхает. Он дает сам, чего? А, у тебя не вкачан нахуй на 30 секунд стан, да? Нихуя? Ну, меняйте тогда меня, если вам этот билд и у вас нет. Я понимаю, но я предложил мне менять эти билд или нет? Да, или нет, просто скажите. Каф у вас есть, маг у вас есть, он может сходить поменять. Если сейчас это все охуенно изменит, делов он потом обратно сменит. Какая разница? Ставьте портал. Нижний, смотри, Гримар, можно? Уменьшает скорость атаки ближнего боя цели на 10%. Оправдание 16% урон снижает. Там. Да не залупа, это трэш, а не босс, нахуй. По них оно как раз таки и пашет, блядь. Атака, блядь, шаркарей, блядь, будет на 20% медленнее идти под правосудием. Как минимум одного. Ну так правильно, мы что сделаем, блядь, билд именно под лича, блядь. Станы уже будет легче, они будут стоять 3 секунды в этом говне. Берса 5 секунд и все, чего? Ну, уже стан, лучше намного. Если одиночный стан кидай до гнева, блядь, будет стоять 5 секунд в стане. Первому шаркарю дает точечный стан, второму шаркарю уже этот массовый. И массовый постоянно откатывается под их берсу.
Ну, а как раз первый этот стан молот откатит под потом уже. И еще раз под потом, чтобы Вальке дать стан первый. Обычно так работает. Да, там как раз ПЗ. Не успел еще символ купить. Это какой-то заведенный войд еще. Вы же 7:30 здесь, что ли? А что так долго? Вайпались, что ли? Ну, Синдра там как либо повезет, либо нет, да, там. Да, говорит, каждого босса меняю спек. Я ее не понял. Она сказала, она была вагоном ДД, ебать. Она не танчила его. Никогда, блядь, не смотрел видео парагонов и не буду смотреть говно гильдия. Нету символа на аукционе такого. Подожди, стой. Как он называется? Символ гнева небес? Правильно? Нет. Он не гнева небес называется. Священного гнева называется. Я купил. Я его каждый раз на лича ставил, когда танчил. На циркуле точно. Ну, в ЦЛК везде, сука, нежить, как бы, хуйня это спасает иногда очень. Подай ДС один. Ну, за полцена не, за 1000, давай за 1000. Да, СМГБ нахуй не идет ни разу. Еще 20 бесполезных рая надо идти с походу урона. В два раза. Это я вообще, я зашел онлайн, я единственный друид был, вы понимаете, там 7 паладинов, там 8 ДК, вот 7 престов, и я один друид онлайн, там что-то 25 был. Как так-то? Вообще-то еще раз два, нахуй. А уровней? Раз два, я говорю, я когда зашел. Не знаю, смотрите. Скидал на стан. Коня оф. Ёбаный по голове. А поставь на фрост резист, я ставлю тотем на броню. Если что, то тотем на броню и аура стакаются. И вот так будет. Нет. А ну-ка, Самолейский, поставь ауру на броню. Ну, да, 10 тысяч стал.
Нихуя тут стакаются люди. Хоть сервак нахуй не доработан. Тотем махил не пашет, нахуй. Киляется у соло таргетина. Поставь арморку, потом на переходке поставишь лёгкий. Мелкого забери, на мелком чума. Мелком чума. Ебать я лох, на. Это мой проёб. Не надо смотреть за чумом. Ах, я делаю два прыжка в одну сторону, и этого за глаза хватает. Я хз, как другие делают. Я, блядь, отошёл назад по той причине, что смотрел за мелким, блядь, когда Маликет выбегал. Его диспелил нахуй. Плюс нахуй ещё кричу, Маликет, отбегай, сука. Мелкого заберите. У меня танки, блядь, на фуле нахуйся. Ебать, даже я уже не знаю. Мне нравится, вой так горит, прикольно. Извини. Вдвоём начал топнуть. Вообще. У меня так манера речи меняется. Ну, помню. Ну, сейчас, блядь, еще две ловушки нахуй бью, блядь. Взорву, блядь, райсу. Поставьте джипс, пожалуйста. Ставьте джип, спасибо. Все, я выключил активацию голоса. Пизду, короче, делайте, что хотите. 2-3 трая еще даем. Только не говно трая, нахуй, а нормально. Все, блядь, руководите. Ассиста. Ну да. Давайте. И мастер. Я буду трейлить при том, что я буду говорить только я один, больше не. Давай. Кнопочка замутать себя.